Всем привет, друзья! И вот хотел бы обсудить с вами такой вот вопрос. Вот многие говорят: армия, армия. А по сути, что такое армия? Армия — это своего рода срез общества, срез тех людей, которые живут в этой стране. И вот, как в любом обществе, есть люди, которые совершают героические поступки, которые совершают добро, приносят пользу этому обществу. Многие, которые отстаивают истину, при этом заботятся о своей чести, каком-то достоинстве. Но также в нашем обществе есть и люди, которые совершают грабежи, кражи, воровство, убийства, изнасилования. Ну, короче, всякое то, что общество любое пытается скрыть и не выпячивать. Так вот, почему мы, вне зависимости от армии любой страны, не признаем то, что в армии может быть то же самое, так как армия — это, по сути, срез общества. Это мое мнение субъективное. Я считаю, просто этим видео я хотел бы призвать всех тех, кто меня слышит, военных людей, которые, одним из которых я был 1,5 года, не совершать ни такие преступления, будь то против гражданских, будь то против даже каких-то пленных тех, потому что это год-два, пока идет война там, это все пока не в счет. А потом заработает машина, военная прокуратура, люди будут отрабатывать свои деньги. И рано или поздно любое преступление всплывет. Если даже оно не всплывет перед человеческим судом, рано или поздно оно всплывет перед Божьим судом. И тот, кто совершает преступление против гражданских людей, вне зависимости, на какой стороне этот военный, от него отворачивается, так сказать, боевая удача. Рано или поздно он за это все поплатится. Это мое мнение, мнение простого человека.